Раз, два, раз, два, три, четыре. Вот новые звуки, приятные уху. От них вы обалдеете. Они так прекрасны и так потрясны, как в крутых боевиках. Посмотри, что кот, посмотри, что кот притащил. Ангора Непкин. Добрый вечер. Мы снова возвращаемся к нашему рассказу, полному тайн, предательства и зомби. Мы больше не можем держать все в секрете, вознаградим же невинных и накажем виновных. Уважаемые зрители, если позволите, мы представляем вам девятую часть «Абра-трупабра». Не знаю, как долго мы, девушки, сможем сдерживать эту толпу плотоядных мертвецов. Вы можете потише? Я тут пытаюсь мультики смотреть. Алло, мы тут вообще-то отбиваемся. В своем последнем расследовании штаб-квартира гражданской обороны выяснила, что недавно погибшие люди возвращаются к жизни и совершают акты убийства. Эй, зацените! Это новая суперклевая история про зомби-апокалипсис! Ты имеешь в виду этот зомби-апокалипсис? Не, наверное, другой. Знаешь, нам бы помощь не помешала. Ладно! Эй! Этот хлам может кого-нибудь покалечить! Уборка. У меня есть идея. С помощью древней техники строительства мы сможем воспользоваться молотком и гвоздем. Поработаем над увеличением жесткости двери, тем самым укрепив ее. Чего? Я заколочу дверь наглухо. Блин, когда Молли успела стать таким хорошим лидером бойскаутов? Я бы все сейчас отдала, чтобы есть брауни все выходные напролет. Отличная работа, девчонки. По-моему, зомби начинают окружать дом. И что же мы будем делать? Ох, это всего лишь киса. Эй, Молли, как назывался тот фильм, где еще чувак был? Ну, такой, знаешь, ходил везде и что-то говорил. Не уверена, что поняла, о ком ты. Он еще все время так делает. Большой Лебовски? Нет, нет, нет. Я не знаю, какого он размера. Я говорю о чуваке из того места с такими штуками. Эй, Миллари, хватит шуметь! Мы тут пытаемся разобраться кое в чем! Боже! Давай, Молли, я знаю, что ты знаешь! У того чувака две ноги! Большой Лебовски? Да, это он! Что будем делать теперь? Не знаю, может, в карты поиграем? Эй, это магнитофон. Клёвенько! Давай послушаем, что там. 9 мая 1972 года. К сожалению, мои теории о ходячих мертвецах оказались верными. Сейчас, пока я говорю, живые души умерших бродят снаружи. Я и не представлял, что истории об омлете зомби окажутся правдой. День 16. Я соорудил примитивный аккордеон из веток и мешка для пыли. Мои пальцы стерлись до костей. Я не знаю, как и почему, но только музыка может остановить кровожадную толпу. Только музыка! Боже мой, нет! 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 Эй, я же слушала! Там как раз начинался прикольный момент. Он подкинул мне идею. Точнее, его слова. Иисус Христос? Да, это было довольно странно. Нет, нет, до этого. Что-то про музыку. Я знаю. Сыграем песню. Но мы же в
Да, но играть в рок-группе — это не только стикеры и жвачка. К черту это! Я голосую за отдых! А знаешь что? Давай сыграем песню! Отличная мысль. Блин, аппаратура в фургоне! Кто за ней сходит? Кто бы мог подумать? Все это время она была здесь! Эй, где ты взяла эту подвеску? Это мой счастливый талисман? Не твое дело! Я знала, что ты с ним что-то сделала! Ворюга! Ворюга? Ты постоянно крадешь мои вещи! А вот и нет! Да? А помнишь, в прошлом году ты сперла мой сыр? Когда ты сперла мою машину! А ты увела у меня парня! Тецуо! Канеда! Менопауза. Подруга моя, давай не будем драться. Сперла мой сыр? Отстой, не этого ты еще ничего не говорила. Как-то раз я сказала, что единороги — это счастливые божьи ангелы. Ты права, это еще отстойнее. Эй, Мэл, готова зажечь? Зададим жару! Дьявол, отстой. Но ты классная. Когда ты пришла, все стало по-моему. И завтра, и сегодня. Моя шиншилла. Однажды я проснулась, и все вокруг было прекрасно. Все мои проблемы выпали из окна. Дьявол, отстой. Но ты чудо. Мило сидишь рядом со мной. Моя шиншилла. Да! Я слишком молода, чтобы умирать. Я так и не попробовала копченого лосося. Мэлори? Позволит нам сбежать от ужасных зомби. Ты знакома с мифом о Сизифе? По-моему, я проходила это в прошлом году. Ну ладно, неважно. Какой ужас! Нам пришлось оставить там Мэлори! Номинация на лучшую актрису. Она была такой молодой и красивой! Всякое бывает, Би. Все это часть взросления. Мужик! То мужик бы нас спас! Что такое, Би? По-моему, здесь склонс неподалеку. Стойте! Помогите! Что у вас тряслось, дамы? Ну, привет, капитан красавчик. Скажи, это твой военный грузовик? Это боевая единица класса М-35. Собственность налогоплательщиков. А может, мы с тобой возьмем твою большую боевую единицу и вторгнемся на известную мне территорию? Предлагаете покинуть свой пост и прелюбодействовать с дешевой уличной девкой? Ну, я скорее думала разгромить город Ашава ради прикола. Но я точно не хочу ослушаться прямого приказа. О, ради всего святого, Би! Зомби, не забыла? Охренеть! В сторонку, девчонки! Самое время приготовить зомби-фламбе! О, ты еще по-французски разговариваешь? Еще как говорю! Вообще, я хорошо разбираюсь во всем французском, я должен! И все. О, просто блеск! Ну, похоже, теперь мы сами по себе. За дело! Насилие бесполезно против них. По-моему, я знаю, что их остановит. Деточка.
Деточка. Да, вам нравится, так ведь? Деточка. О, да! Детка, 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 давай! Детка, да! О, привет, зомби Мэлори. Молли сработала! Быстрее, вываливай свои сиськи! По-моему, они пялятся на амулет. Не говори глупости! Это тот амулет, который ты сперла после нашего путешествия в никельную шахту Садбери? Может. Который был заперт в чугунном сундуке с запиской «Не доставать ни за что и никогда»? Ну, это возможно. Значит, так и есть? Нет. Просто верни его. Прости, что украла блестяшку. Я рада, что мы с этим разобрались. И я. Что теперь? Октоберфест! Я! Das ist gut! Пошли тусить в кабине!